Вот оно в чем дело. А что там? Подключено что-то было? Сюда, мы ж не знали, я откуда я знаю. Вот, так что более, что все хорошо, это все я виноват. Вот, значит, у него здесь подключено было провод, он это, Bluetooth подключал. То есть, ну какой Bluetooth, блядь, какой Bluetooth? Не Bluetooth, а к телефону подключал звук у него, ну как я подключал. Вот. Да. Ну давай, включай пластиночку. Ничего, давай, подключай, я еще рассказать хочу. А, ну давай. Я старался, поставил поигрыватель... Ну, как сказать, середина 50-х годов. Вот это поигрыватель от... Так. Это от радиолы... Это как ее? Дружба. А-а-а. Люкс Дружба. Да. Ага. Ну, ЭПУ-3 обычная, ЭПУ-3. У меня вот ЭПУ-3М. У меня ЭПУ-3. Угу. 3М это, ну, вообще-то, с конденсатором КБ, а ЭПУ-3М с конденсатором ГКБ. Ага. Вот. Поэтому там по-другому немножко все работает. Ну, все. Ну а что, я ничего об этой радио не знаю, я не могу ничего. Ну, как ты не знаешь? Ты же все знаешь. Нет, а? Не знаю. Но, ты когда пострижешься, блин? Не а? Надо мне стричься. Как так, не надо? Значит, что это? Ну, она стоила там где-то около. Ну, в 60-е годы она стоила. Что снимать? Тут ничего не написано. Как ничего не вот, а она стоила. Ну, достаточно много. Сколько? 2500. Есть даже фотографии, что вот они стоят там вот, рядочком это, на витрине радиолы. И там вот видно, там что-то Дружба, 2500 там это. Ну, одна цена вообще. Так что у Бориса все хорошо. Да я тоже думаю, что у него не может быть плохо. Значит, тут это... Нет, может. Муж, я-то видел его аппарат. Вот там, он не восстанавливает звукосниматели, поэтому... Вот такие он делает. Вот такие делает. А вот с этими сменами игровыми не умеет. Не умеет. Ага. Вот, поэтому, ну что у нас? Крутится диск, вот видишь? Ну давай, включай. И 33-я скорость работает хорошо. И 78 хорошо работает. Вот это... Сюда тара тут это лежит вот так вот, чтобы удобно протирать пластинки можно. Так, выберем хорошую эту. Много там еще. Так. Угу. Ну давай уже не томи. Покупайте продукцию Эстонии. Нет, Таллинского завода Бунана Рэд. Бунана Рэд, ага.